Я на вас не смотрю. Нам за это не заплатят. Она вот так вот весь вечер вчера провела. Билась головой о стекло. Слушай, я реально пойду вас поменяю. Вот там кисонька, она добрая, она лезет мне на колени, она мур-муру мне делает, она на меня не рычит. А ты скотина неблагодарная. Я вот пойду, и ты будешь там под дверью сидеть, еду выпрашивать, а она здесь будет тебя прекрасно чувствовать, тебе ясно? Я записала это. Злыня, уходи же. Уходи! 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 Hi everyone! Hi guys! We are TBM Russian Cover Dance Team, and today we're watching a comeback of Jackson Wang named Blow. We're kind of excited about this. We heard a lot about this video, and we kind of got some expectations, but we'll see. Come on. Он смотрит? No. Точно? No. Они все посмотрели, как тут запас. Убейте бронзы. С ним пошла классно труд. Какой-то величайший шоумен 21 плюс. Да. Здесь пошли все игроки. Против него сейчас. После такого видоса нас будет. Почему мы живем в России просто? Типа, если бы ты жила в Китае, тебе стало бы легче. Нет, нам где жить? Жесть, короче. Это просто кондет. Меня просто бьют по лицу сейчас. Все эти люди. Очень люди. Да. Я тоже хочу лапу Джексона. Этот клип делает прикольно. Этот корсет делает прикольно. Трындец. Джек Фрост, ё-моё. Thank you.
Латину многие. Шесть элементов. То есть не пятый элемент. Шесть элементов. Я бы эту постановку в театре посмотрела, такую современную, офигеть. Я давно таких клипов не видела. Я же что-то Джексон. Да. Не знаю. У Джексона есть определенная манера съемки у операторов, типа во всех клипах. Во всех клипах прослеживается общая динамика картин. Он очень с крутыми ребятами, именно профессионалами работает. То есть не только в Китае. Видно, что он, да, не только с Кореей, с Китаем работает, но еще очень много с Америкой. Гайс, это Джексон! Он знает везде! Да! Ворлдвайд! Видите человека, который не знает Джексона Вана? Джексон Ван его знает. Короче, я хочу смотреть это еще. На завтра к обеду и ужин. А еще мне безумно напоминало ранних Panic at the Disco. Вот атмосфера такая. Или обслуживаю, как ты будешь тоже походить. Помнишь, на Гривате, которая была? Да, да, да. Зомбо-тема вот такая. Ага. И говорю, это как этот мне The Great Show немножко тоже напомнит. Очень крутые моменты, где типа он лежит на людях или вот кадр с лестницей очень красиво. Лестница вообще офигенная, да. Все, спасибо. Все свободны. Ну пошли рожать. Нас впереди ждет большая схватка. Бай. Бай. Ой, смотрите, как она уместилась. Может, мы ее переложим? Мы так с ними договорились. Уже микрофон. Нет! А что все родили? Делал бы. Ну вот, все, только рождаемся с теперь мамы. Это лук. Я в таком положении, ну ладно. Я думала, сделай что-то монтаж. У меня будет вообще подушка? Нет. Саня, не двигаемся. Подожди, стой, подожди.